солнышки мои золотые, сегодня я открываю книгу с беломорскими сказками. Что же такое Беломорье? А это несколько районов Карелии и Мурманской области, которые находятся на берегах Белого моря. Край девственных лесов, рыбного промысла и сказок. Вот одно сейчас и прочитаем. Вот не в некотором царстве, не в котором государстве, а именно в том, в котором мы с тобой живем, жил-был крестьянин, и звали его Иваном. Было у него трое детей. Старшего звали тоже Иваном, среднего Петром, а младшего Василием. Василий Иванович по прозванию Чапаев. Жили-то они очень бедно, так что своих ловушек не имелось. И также не было своих посудин, на которых нужно было выезжать на лов. И вот крестьянин этот пожил немного, да и помер. Осталась вдовка одна с детьми. Когда дети выросли, в это время-то и случилась война. Старших сыновей забрали на войну. Остался один только младший Василий. Вот и ему пришла очередь идти на войну, потому что всех брали поголовно. Кто только был трудоспособен да к военному действию, не считались ни со старым, да ни с малым. И вот когда очередь дошла до младшего сына, конечно, ему пришлось идти тоже на войну. Распростился он с матерью и отправился на призыв. Идет себе по деревне, а надо было ему проходить мимо тетки. Жила тут же недалеко его тетка, материна сестра. Он и думает себе: «А дай-ка, думает, зайду к тетушке-то, прощусь. Может, и не вернусь с войны-то». И зашел. «Здравствуй, тета!» «Здравствуй, здравствуй, племянник! Ты куда это пошел?» «Да вот же, тетушка, на войну надо идти. Старшие братья уж воюют, ну и мне приходится». Она ему и говорит: «Ой, слушай, племянник, вот я тебе дарю кольцо. А это кольцо-то у меня еще от мужа принес турецкой войны. В этом кольце такая сила волшебная, что никакая тебя пуль не возьмет, никакой тебя меч не сечет. Но кольцо будет действовать только на суше, а уж на воде такой силы у него не будет. Так что остерегайся воды-то». Так он и пошел дальше. Вот приходит на призыв, стали их обучать военному действию. Когда он выучился военному действию, то начал участвовать в боях. И так он выучился быстро, и так был силен, что уж его прозвали в офицеры. И никакая пуля-то его не берет. Вот он прослужил на войне 3 года, и война уничтожилась. Приезжает Василий Чапаев домой, а у него только одна мать. Братьев убили на войне. Пришлось ему жениться. Мать, конечно, не препятствовала. Взял он из своей деревни тоже у одного крестьянина дочерь. Сыграли они свадьбу. Стал Василий Иванович жить со своей женой. Вот прожили там 1 или 2. Родилось у них 2 детей. Да прошло немного времени, и прослышал Василий Иванович, что перешла власть Колчаку и Деникину. Настала власть белая. Стали притеснять вольную большевистскую власть и гнать ее от сил орудия. Тут Василию Ивановичу стало очень обидно, что погибнет весь трудовой народ, перейдет власть белая. Подумал Василий, размыслил: «Нет, лучше я еще раз пойду на войну. А уж не дам погинуть своей родине. А пуля меня все равно не возьмет. Да говорит своей матери: «Ну, знаешь что, маменька родимая, я-ка еще пойду на войну спасать трудовой народ, защищать власть советскую». Говорит ему мать со слезами: «Сынок ты мой,
Ведь была ты у меня последняя опора при старости. Был у меня 3 сына, вернулся ведь ты только один. Да опять хочешь ходите? Все поклали ведь там головы-то, и тебе покласть придется, коль уж походишь второй раз-то. Ну, мать, все равно пойду. Не оставь ты моих малых деточек-то, если я умру на войне. Распростился он с матерью и женой, оседлал своего вороного коня и поехал в Красную армию. Приезжает он в войска советские красным командиром, поклонился и говорит: «Здравствуйте, красные командиры советские! Я хочу служить в Красной армии! Хочу помочь своей родине! Прогоню Колчака Деникина, чтобы освободить трудовой народ!» «Командир-то ему и говорят: «Здорово! Молодец! А кто ты есть такой-то? Много бывает всяких, натреплют тут языком, а там, глядишь, и поминай, как звали!» «Да что вы, командиры! Я хочу доказать на деле, а языком трепать я не охоч. А есть я вот с такой-то, такой-то деревни, по имени Василий Иванович, по прозванию Чапаев». «Молодец, Василий Иванович! Ну, возьмем тебя в Красную армию, только уж помоги нам». И вот наступил бой кровавый. Тогда вскочил Чапай на коня, опустился на неприятеля, и начал он бить, как траву косить, колчаковичи и деникинцы. И так он сильно их бил, мечом рубил, копьем колол, приходилось из нагана бить. Не переставал он бить их ни минуточки. И не прошло даже 6 часов, как все поле было усеяно войсками да телами. И этот Колчак-то не удержался, убежал с остальным своим войском. Тогда вся Красная армия поверила. Командиры все на деле видели. Вот солдаты говорят: «Мы с Чапаем пойдем, куда хоть в бой, и никогда с ним не погинем». Не прошла и неделя, как Колчак собрал опять войска, даже в 2 раза больше прежнего, и пошел опять на Красную армию. Вот пошел опять Чапай на второй бой. Вскочил на своего коня, в самую середину заехал вражеское войско, где стоял сам Колчак на передней линии. И начал так жестоко бить, как в первый раз. И мечом рубил, копьем колол, носился как вихрь. И бил он их целые сутки. Его войска, конечно, тоже помогали. Все поле засеяли телами. Но своих войсков потери малые были. Больше половины колчаковичей убили, кого в плен взяли. Сам Колчак-то еле-еле успел скрыться. Вот после боя отдохнули, попили, поели. Пошел Чапай к Фрунзе. Фрунзе ему и говорит: «Ну, Чапай, молодой ты герой, отдаю тебе армию, иди теперь командиром на другой фронт, уж Колчак опять войска набирает». И пошел Чапай со своим войском к реке Белой, и расположил он свои войска в одной деревне, а где Белые находятся-то и не знает. Ну, надо во что ни стало узнать, где стоит штаб Колчака. Вот и говорит Чапай своим войскам: «А что, ребята, кто пойдет со мной на вылазку? Узнаем-ка давайте, где генерал Колчак стоит, а потом и все войско поведем за собой». И вот, конечно, вызвались идти с ним много. Но он отобрал так человек 50, а может 100, да и поехали. А уж дело-то к вечеру было. Встречает он по дороге женщину. «Ты, тетка, куда ты идешь?» «Да вот, иду, командир, проведать мужа своего в Красную армию, да сбилась с пути. Голодна уж, иду уж 2 сутки, не знаю, куда и попадаю-то». «Ну ладно, тетка, иди, мы тебя накормим». И приказал Чапаю взять ее с собой да накормить. Вот и едет она с ними. А женщина-то была полячка. Обманула она Чапая. Она была послана от Колчака шпионкой.
Но он этого ничего ж ведь не знал. Доехали до одной деревни, как раз деревня на берегу реки Белой стояла, а уж там и мужики рассказали, где те Колчакович стоят. Тут недалеко, мол, за лесом, так верст десяток будет. Василий Иванович и говорит своим войскам: «Так вот что, ребята, ночуем здесь, ночь уж настала, а на утро пойдем за своими войсками». Расположил Чапай свои войска и посты, а сами стали на отдых. Отдохнуть ведь надо перед боем. Все заснули, и Василий Иванович спит. Остался только один караул стоять. А эта полячка не спит, дожидает. Дождалась, как Чапай уснул, и скорей к Колчаку прибежала, да б сказала, где войско Чапаева стоит, и что главного войска с ним нету. Колчак, конечно, обрадовался, да сейчас дает приказ своим генералам поймать Чапая живого или мертвого. Собрали генералы свои войска, окружили Чапая с трех сторон, сняли посты, напали на них в ночную пору, когда спал Василий Иванович крепким сном. А когда приступили белые к ихнему штабу, вскочил Чапай со сна, видит, что все окружены, закричал: «Вставай, ребята, измена!» Вскочили чапаевцы да за оружие. Ну что у их? Может, ведь сотня-то и была, а Колчаковичей-то тьма нагнана. Ну и красные в избах так держатся, отстреливаются, к себе не подпускают. А уж патронов совсем мало осталось. Вот и дает Чапай такой приказ: «Бежите, ребята, к реке! Суши не прорваться нам будет! А уж за рекой и войска наши близко! Опять на Колчака пойдем!» И кинулись чапаевцы плыть через реку, чтобы прорваться через белых. Увидал Колчак, что Василий Иванович с войском бросились в реку. Кричит своим генералам: «Стреляй по реке! А уж если переплывут реку белую, соберут свои силы, то нам всем живым не быть!» Вот Колчаковичи сейчас пулемет повернули. «Да как давай палить!» Долго плыл Василий Иванович. А потом его в руку ранило, а на воде уж кольцо не действует. Но он все равно не переставал плыть. Кругом стреляют. Много тогда красных-то положили. А Колчак все кричит: «Как можешь, добивай Чапая, чтоб он не перебрался! Стреляй по нему по одному!» Вот и второй раз пуля попала, покрыла вода его голову. Тут Василий Чапаев и приставился. Уж недалеко было от берега. Да, а уж свои войска на помогу шли. Собрали подкрепление, ударили на Колчаковича и Деникинцев. Разбили Колчака на голову, да и прогнали с советской земли. Прославился Василий Свет Иванович по прозванию Чапаев, и почитают его по всей нашей земле. А семье его и матери дали пособие и не оставили в обидушку.